Всем привет! Продолжаем рассматривать работы мастеров панели из дворцового интерьера с изображением военачальника, солдат и слуг. 17 век, 37 на 39. Африканская пластика отличается потрясающим воображением, разнообразием и сложностью исполнения. Мастера использовали различные сорта дерева, терракоты, камни различных пород. Достигли совершенства в бронзовом литье, применяли многочисленные аппликативные техники и окраску. Царство Бенин славится виртуозностью бронзового литья. Расцвет пришелся на 16-18 века. К этому периоду относятся многочисленные рельефы для украшения дворцовых стен, алтари с символами плодородия, статуи правителей, военачальников, сановников, священных животных, ритуальные сосуды, колокола и так далее. На данной панели изображена сцена придворного ритуала. Она предназначалась для оформления интерьеров дворца. В центре стоит военачальник с характерными атрибутами – мечом и копьем. Интересно, что эти предметы представлены и реалистично. Оружие действительно имело такую необычную форму и декор. Однако оно не было боевым, а служило лишь символом войны, храбрости, нападения. Вождь совершает молитву за укрепление мистических сверхъестественных сил короля, которыми тот, как верили, его подданные обладая. Фон украшает речные цветы, олицетворяющие бога воды, плодородия и здоровья. Наряду с документальным изображением одежды, орудий, мелких деталей, трактовка облика людей чрезвычайно фантазийная. Очень эффектно смотрятся гипертрофированные губы и носы. Пластичность и сложность силуэта сочетается с лаконичной проработкой глаз и условными пропорциями тела. Такое творческое, сложное и оригинальное видение человека долгое время заставляло исследователей искать следы влияния какой-то более развитой цивилизации. Выдвигались даже теории, что в этих местах находилась легендарная Атлантида. Историки никак не смогли поверить, что африканские народы, оставшиеся на уровне первобытно-общинного строя, создали такие шедевры скульптурного искусства. Но такое описание к работе панели из дворцового интерьера с изображением военачальника, солдат и слуг 18 века я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.